Ну, Макс, креативно? Да, было бы здорово. А я хотел сделать такую аллегорию, понимаешь, что это настоящая симфония, что это настоящее удовольствие быть и создавать настоящую вселенную при помощи очень крутых комплектующих от HyperX, это, кстати говоря, одноименный, да, и подразделение американской компании крупной Kingston Technology. Вы очень крутые ребята, я хочу сказать, сама Kingston Technology. Я немножко слежу, да, за всем этим развитием, за брендом. Вообще, американцы, конечно, молодцы, они делают передовые технологии, честь им и хвала. Но, кстати говоря, правда, что HyperX — это именно тот бренд, который очень часто участвовал при постановках мировых рекордов по разгону компов? Да. Ну скажи, это правда, да, было? Это правда. Это правда было? Да. Это круто. На самом деле именно они тратят финансирование на развитие профессионального геймерского спорта. Но это же правда? Да. Да, различных профессиональных команд, среди которых и Virtus Pro. Знаешь ли такую компанию? Конечно, знаю. Это команда, которую мы спонсируем. Вот, правильно. Одна из лучших команд в СНГ. Это точно. Макс Комлев сегодня вместе с нами, маркетинг-менеджер известного бренда HyperX. Слушайте, ребят, сегодня потрясающий день. Я вообще не знаю, пятница, будем с вами играть, будем сегодня вдохновляться. Сегодня не просто стрим, а обзор на эту замечательную продукцию. На самом деле мы в счастливых днях живем, потому что сейчас дни HyperX. Именно дни этого бренда и всего несколько дней, когда помимо крутого обзора, помимо скидки, которую мы даем на Озоне, вы еще можете получить сегодня подарки. Макс, ну это правда? Правда. Макс, что сегодня дарить будем, расскажи. Блин, дарить будем очень крутые подарки. Подарим вот такую клавиатуру. Это Alloy Origins, полноразмерная, очень крутая клавиатура. Клавиатуру дарит, боже мой. Да-да-да, очень крутая клавиатура. С очень крутыми гикапами, очень крутыми переключателями. Это просто космос, космические технологии, авиационные технологии в прямом смысле этого слова. Они дарят клавиатуру, ребята, это просто. Что еще? Нет, это еще не все. Мы подарим вот этот микрофон. Это преступление, нельзя его дарить, ребята, это просто топ. Звоните в полицию. Ну, это реально. Слушайте, вы видели, сколько клава стоит? Она, конечно, со скидками, но сейчас подарок это. Са, иди отсюда. Короче, микрофон геймерский очень крутой, тоже подарит для стримеров, для геймеров. Ну, обо всем расскажем подробнее. Еще будут подарки даже. Да, и еще два подарка за два самых оригинальных вопроса. По моему мнению, мнению Андрея, мы подарим вот два таких комплекта. Это геймерские паки, как мы их называем. В них есть очень крутые стильные геймерские носки, стикеры, брелки и очень много всяких интересной штуки. За это стоит побороться. Фу, я беру, говорит, дарите. Все хочу, хочу, мечта моя, очень хочу микрофон. Клава, всем привет из Нижнекамска. Тофик, привет тебе тоже, дружище. С хорошей пятницы. Слушай, давай начнем играть. Что нам, собственно говоря? Подожди, давай расскажем, что надо сделать, чтобы получить подарки. Это же самое важное. Хорошо. Подарки, это очень важно. Так, а это что такое? Ага, ребята, ну-ка все, внимание. Сейчас внимание на экран. Клаву кто хочет, а? Клавиатуру супер клад. Вот, вот, вот ее, понимаете? Абсолютный топ. Мы подарим, значит, внимание, заходим в группу ВКонтакте, ищем вот это, да? Перепишите себе, заскриньте себе. Именно сюда нужно найти. Там есть отдельная папка? Да, там папка для фотографий. Папка для фотографий. Для того, чтобы получить бесплатную клаву, мы включим на другом телефоне, да, Макс включит, посмотрим. Вы должны закосплеить свою клавиатуру, которая у вас сейчас есть. Просто закосплейте ее. По-любому, как-нибудь креативно. Сфоткайте и закиньте в группу. У вас есть один час, ну давай так, минут через 50 мы точно подведем итоги, чтобы у нас было время. Ребята, закосплеим клавиатуру, сфоткаем, отправим вот сюда, вот в эту группу ВКонтакте. Я положу вот сюда вот рядышком, да, чтобы вы иногда смотрели. И вы отправляете фотографию, получаете подарок. Но это еще не все. Давайте так. Значит, дальше микрофон, правильно? Микрофон. Микрофон мы подарим за самую креативную и оригинальную скороговорку. Скороговорку. Но чтобы там присутствовал название бренда HyperX. Вот HyperX и скороговорка, это будет круто, сможем мы выговорить, надеюсь. Но скороговорку надо скидывать в чат же, правильно? Да, вот скороговорку к нам, прям в чат скидывайте, все, будем с вами читать, увлекаться и сразу дарить подарки. Ну и какие-нибудь классные вопросы, и за это подарите вот такой вот очень крутой геймерский набор, подарочный. Короче, слушай, ну скажи, пожалуйста, HyperX, у вас же большая категория продукции, да? Да. Вообще, что создаете-то? Мы создаем лучшую игровую периферию для не только геймеров, которые профессионально играют, но и для людей, которые просто хотят получать удовольствие от гейма, от игры. Получать просто неважно, сколько ты играешь, там 15 часов в день, 10 часов в день, 15 минут в день, ты будешь получать одинаковое удовольствие и будешь побеждать. Это наша идеология, наша концепция. Круто. Ну, вы прям, вы что, вы создаете стиль, качество, на что заточены-то, что хотите-то вообще?
Какая философия, скажи мне? Мы хотим, чтобы люди, когда играли, получали максимум удовольствия от игры. А почему это надо делать? Ну, почему надо погружаться в мир игры, скажи мне? Что это дает тебе, вот, например, конкретно? Что дает это конкретно мне? Да. Свобода, воображение, любовь, радость. Оно как-то все вместе дает. Да? Это не что-то одно, это как радость. Что такое радость? Ты не можешь описать, ну, как теплое или вкусное, или кислое, или сладкое. Это удовольствие, которое ты получаешь во время процесса. Золотые слова. Ребята, это реально круто. Будем сегодня разгонять все эти темы, обо всем говорить. Правда, это топ. Кстати говоря, вот 6 товаров, которые сегодня будут представлены, на которых мы сделаем дополнительный акцент. Вот они у нас здесь есть. Плюс к этому, очень крутые предложения. Вот сейчас послушайте. Во-первых, идут дни HyperX. Мало того, что дарим бесплатные подарки, цен которых не бывало. Ну вот реально. Макс, ну скажи. Не бывало. Ну, вот реально не бывало, не бывало, ребят. То есть скидки по 30% там на клавиатуру. Больше 30%. Это не было такого. Под и не 40. Будет никогда. Под 40, понимаете? Вот температура уже скоро под 40 поднимется от этих классных скидок. HyperX, купи сладкое удовольствие, получи. Не стихотворение, ребята. Скороговорка. Так, да разыгрывайте, хватит болтать. Ты ничего себе. Так пишите, отсылайте фотографии в группу ВКонтакте. Мы-то что? Мы-то уже готовы, ребят, все, мы уже погнали. Мышки нет, пишут. Мышка есть, но не участвует в акции. Мышка есть. Ну, как бы на сайт HyperX можете зайти, приобрести мышку, окей. Ну, давай тогда так. Давай тогда поговорим конкретно каждом тогда, да, давай. Каждой категории. Ну, давай начнем с клавы этой. Клавиатура. Да. Соответственно, это Alloy Origins. Полноразмерная клавиатура с применением авиационных технологий. Полностью сделана из авиационного алюминия. Верхняя и нижняя панель металл. Никакого пластика. Тяжелая. Попробуй поднять. Ничего себе. Авиационный металл. Да. О, вот это да. Слушай, по ощущениям тактильным просто огонь. Выглядит круто. Офигенная подсветка, конечно. Скажи мне, это тренд такой, да? Я очень часто в геймерских клавиатурах или ноутбуках замечаю такую подсветку переливающуюся. Ну, это нельзя сказать, что тренд. Это... Дань моды, можно сказать. Дань моды, да. Люди хотят разнообразия, и мы даем это разнообразие. Угу. И если посмотреть, как делаем это мы, если просто снять аккуратно кикап, можно увидеть сверху светодиод. Так. Это позволяет, если выключить свет или сделать его меньше. Мы можем это сделать? А мы можем это сделать. Дашенька, сделайте нам свет поменьше. Немножко хотя бы так. Еще сильнее. Еще сильнее тоже можно. О, это да. Ребята, скороговорка с брендом HyperX получает подарок. Соответственно, если светодиод установлен сверху переключателя, то яркость света будет гораздо лучше, и это будет придавать какой-то эмоциональный подоплеки, эмоциональный вкус данной клавиатуры. Она будет гораздо ярче. Слушай, классно. А кнопочки такие тоже тактильные, прикольные. Это наши переключатели. Если мы говорим про сами кнопки, это обычно ABS-пластик, но под ними скрываются наши прямолинейные, линейные переключатели, которые... Наверное, у единственных, кто их смазывает с завода, переключатель смазан. Ты вот попробуй, понажимай. Ну-ка. Сейчас, секунду. Просто, как они тебе по ощущениям? О, слушай, я не зря начал с фортепиано. Ты знаешь, ощущение, что ты просто на рояле играешь. Очень круто, ребят. Вот прям очень круто, вот прям вот топ. Ну, серьезно говорю, без каких-то, знаете, там, рекламу я делаю. Это просто невероятно достойно. Очень мне нравится. Ой, как приятно, боже мой. Казалось бы, да, не обязательная, может быть, вещь, да, но вот этот вот акцент именно в нажатии, он просто дает какое-то вот удовольствие, да, удовольствие от каждой минуты прикосновения к клавиатуре. И ресурс нажатия 8 миллионов на каждый переключатель. 80. 80 миллионов. 80 миллионов. Ну, это что, лет мне на 200 хватит. Ну, не знаю, я подумаю, наверное, об этом, да. Обалдеть, 80 миллионов каждого нажатия. Люди, в комментах пишите скороговорки пооригинальнее. Так, HyperX разыгрывали, рандомно выигрыши раскидывали, реально рульный девайс народ выиграл. А это неплохо, это очень неплохо. А мы заскриним, ребята, вы первый кандидат. Софья Крушанова написала, да. Может, мне повезет, хайпер-хайпер, вечно в хайпе. Хорошо, дайте мне, хочу выиграть. Как участвовать в розыгрыше? Скороговорка с HyperX меньше, чем оклик клавиатуры. Не очень понял. Скороговорка. Фирма Hyper перехайпит и захайпит всех. Фирма Hyper нету хайпа, Hyper вымер. Это кайф. Hyper вечно в хайпе. Понимаешь? Ну. Подожди, но самое важное, ты лучше скажи, сколько клавиатура сейчас стоит по скидкам. Слушай, это очень важно, сколько она стоила до и сколько стоит сейчас. Так, значит, смотрим, да. Открываем ее. Это Origins, да? Да, это она. Origins. Значит, открываем ее. Она стоила 11 490 рублей. 11 490. Сейчас
За 7590 вы можете забрать ее. Я не помню, есть, были когда-нибудь такие скидки реально? Слушай, нет. Ну реально не было. И такие скидки только сейчас, в течение часа, и только на Озон. И час после, ребята, дни HyperX. Вот без преувеличения, будете пользоваться этой клавой просто мгновенно. Быстро-быстро говорим, быстро-быстро он летит, не тормозит, он великий HyperX. Ну почти, ну, почти. Да. HyperTop вообще, хочу наушник Face Палмы от этих скороговорок. Без хайпера не выловишь и рыбки из игры. Юля написала, уже переделывая пословицы. Хорошо. Да. Соответственно, у этой клавиатуры есть ножки, которые ты можешь выдвинуть и настроить под себя угол. Если тебе, допустим, неудобно, когда слишком низко, выдвигаешь ножки. Ножки проезжированные, клавиатура скользить не будет. Да, кстати говоря. Ну, я не могу сказать, что ножки это прям такое, это новинка какая-то, она почти есть у всех. Но это удобно действительно, да. А, скажи мне, пожалуйста, она проводная? Да. Она проводная, да? Да. USB Type-C, подключение проводное. А вот это что такое? Дизайн или? Нет, здесь можно подключать разные режимы, будет видно, которые ты забиваешь, тут все будет показываться, все будет гореть. Нужен наш софт, который можно скачать у нас с сайта. Хорошо, да. Окей. Об Origins я понял. Да. У нас стоит рядом вторая клавиатура. Которая выглядит почти точно так же. Честно говоря, да. Не очень понимаю, в чем их разница. Расскажи тогда. Даже форма скелетон, отличия по дизайну минимальные, острые углы, здесь она более минималистична, более сглажена. Основной момент, который различает данные клавиатуры, это переключатели. Здесь используются наши оригинальные хайперексовые переключатели, линейные, на 80 миллионов нажатий. Здесь используются каилы, сильверы на 70 миллионов, они линейные, но их отличие от нашей клавиатуры то, что они не смазаны с завода. И если мы говорим про нашу клавиатуру и вот данную модель FPS RGB, то их основные отличия вот именно в тактильном ощущении на переключателе. На переключателе попробуй, сравни. Ну просто сравни, как они нажимаются здесь и как они нажимаются там. Ну-ка, сейчас. Переходим. Слушай, гораздо, как сказать, быстрее, что ли, даже не знаю, мгновений. Так и есть. Знаешь, чувствительнее, я бы сказал. Так и есть. Да, так и есть? Да, так и есть. Ну, слава богу. А то, знаешь, а то опозорится сейчас, скажут, пальцы не чувствуются. Реально. То есть, и что это значит? Это значит, что легкого нажатия, да, мне достаточно для того, чтобы какую-то функцию активировать, нажать, там, клавишу, да? Слушай, ну... Это прям, наверное, для профиков, я бы так сказал, нет? Да, ты можешь попробовать, как это выглядит в игре. Сейчас она загрузится, подожди. Могу попробовать. Пока будем читать. Та вторая, мне кажется, лучше, Артур говорит. Может быть, у них цена примерно одинаковая сейчас по скидке. 10790 была, 7115 сейчас стоит вот такая вот вторая Hello FPS RGB. HyperX, крутая клава, HyperX, крутой ваш комп, HyperX вас всех отхайпит, он отхайпит весь ваш дом. Да, хорошо. Так, сейчас почитай пока. Рыло свинья белорыло, тупорыло пол двора. Пол двора рылом изрыло, вырыло, подрыло, HyperX нарыло. Роман Казарян, я ее заскриниваю, по-моему, прикольно. HyperX сейчас на хайпе, будет хайпить целый час, и потом мы вместе с хайпером скидку X получим в раз. Молодец! HyperX заверил хайпом, вызвав в хайперы меня. Хайпим с кайфом на Озоне, чтобы выиграть HyperX. Хочу наушники, сейчас скоро ПК уже беру, куплю вас клаву, а наушники хочу выиграть. Ребят, сегодня не забывайте, да, давайте так, группу ВКонтакте, вот она, не забывайте... Откосплейте свою клавиатуру, отправьте фотографию в папку, и вы получите клавиатуру. Сделайте это, ребята. По-моему, сейчас их не так много, а это значит, что у вас шансов огромное количество. Это просто. У вас есть 40 минут на это. Поехали. Просто попробуй. Давай. Как клавиатура будет реагировать на нажатие? Сейчас даже загрузится. Так, загрузится. Мы во что будем играть? В страшилку какую-нибудь? Нет, это очень крутая игра, очень атмосферная игра. Слушай, а на чем мы будем играть? Что за комп такой крутой стоит? У вас комп, процессор, конечно, вообще комп, огонь. Сборка от компании Manmade. Ребята собирают очень крутые компьютеры. Офигеть. Это один из них. Выглядит потрясающе сексуальный компьютер. Это просто реально. Кусок секса, который облачен просто в металлическую коробку. Металл и стекло. Вообще огонь. Реально молодцы. Это ваши друзья, небось, да? Да, наши партнеры. Ребят, молодцы. Когда делаете классную технику, ну это просто топ. Это просто круто. Хочу клаву, у меня старая мембрана. Да пожалуйста, ребят, не проблема. Хайпер хайм или леем, хайпер топ будет всегда. И слова, чтобы быть сложнее, говорят рефрижера. Ну, видишь, как представляешь? Хочу нам, покажите группу еще раз.
Сань, покажи, пожалуйста, группу, она там лежит. Ты просто так. Попробуй, как происходит реакция на нажатие. Так, а как тут прыгать? Прыгать на Z. На Z? Да. Та-ра-та-та-та. X, чтобы бить. X, чтобы бить. Слушай, ну, вообще отклик, конечно, просто феноменальный. Вот реально феноменальный отклик. Очень крутая. Ну, это игровая клава, да? Она заточена под это же, да? Да. Так. А теперь попробуй на это. Сейчас, подожди, у меня тут сам. Так, теперь попробуем на это. Так, куда ты меня бьешь? Да, раз. Слушай, а здесь прям, вот прям резвее получается все. Прям резвее получается. Ты знаешь, даже есть опасность немножко, ошибиться в клавиатуре, знаешь, можно. Так и есть. А, так, ну вот, видишь как. Ну хотя, вообще, вот для скорости игры, наверное, для геймеров, которые реально этим увлекаются, вот скорость отклика, ну она реально важна. Ой, это очень важно. Потому это что, очень важно, когда да. ты играешь именно профессионально, доли секунды имеют веса. Слушай, меня тут вообще бьют, тебе вообще все равно, понимаешь? Что делать-то дальше? Я просто дал тебе попробовать. А, да? Да что ты будешь делать-то, а? Да, ребята, слушайте, давно... Во, я поехал. Ну круто, круто. Это очень круто. Огонь, это круто. На самом деле, подсветка, когда ты вечером сидишь, да, один, у тебя наушники крутые, ты погружаешься в мир игры, ты начинаешь играть, и все играет на то, чтобы ты вообще забыл об этом. Ты просто ушел туда с головой, получал огромное удовольствие. Ребята, это круто. Да. Хайперово хайперит, хайпер X всегда бодрит. Играть просто классно сидит. Так, хайпер выиграю я в раз, хейтеры получат в глаз, на зоне купим. Все, хайпер X по лоу цене. Артур Новиков, скрини, молодец. Кто хочет хайпануть на HyperX, пусть хакнет все лайфхаки нетта и скажет «Хай, подключи Wi-Fi». Анна, тоже нравится мне. Ну, нравится тебе пока что-нибудь? Ну да, мне от Софи залетело прямо очень хорошо в самом начале. Да, в самом начале, да. Лучше хайпа будет хайпер, хайпер лучше на века, хайпа хайперу не надо, хайпер символ игрока. Хайпер не ломается, геймер просыпается. HyperX, я люблю его, он бодрит. Отлично, значит, давай. А, значит, о клавиатурах немножко поговорили, да? Будет время, вернемся к ним еще. Погнали дальше. Да. Значит, у нас есть микрофоны два, у нас есть две пары наушников. Давай, наверное, ну, что хочешь, в принципе. Что хочешь рассмотреть, то расскажи. Да, давай расскажем ребятам, что можно получить за скороговорку. Давай, за скороговорку. За скороговорку можно получить вот этот микрофон. Соответственно, сегодня мы покажем два микрофона. Я очень сильно расстроился, потому что мы хотели показать, как звук передается в канал. Ну, не получилось, ребята, простите. Соответственно, сейчас у нас есть два микрофона. Это малыш SoloCast и большой QuadCast. Соответственно, оба микрофона конденсаторные, имеют свой шумодав. Выглядят вот так. Это с кардиоидным, с однонаправленным, для просыпания однонаправленное считывание звука. Соответственно, он считывает звук перед собой. Можно регулировать его по наклону, по повороту. И что самое крутое в этом микрофоне, он USB, это просто втыкаешь и слушаешь. И, соответственно, это сенсорная кнопка управления. Не нужно ничего щелкать, не нужно ничего говорить. Подойдет любому человеку, который записывает там подкасты, общается в интернете. Это реально просто фантастика. Ты нажимаешь, выключается, нажимаешь, включается. Круто. Никакой физической кнопки, никакого звука. Просто сенсорное управление. А насколько близко и далеко можно располагать так по опыту? Ну, где-то сантиметров 20 можно спокойно говорить. Спокойно говорить, да? Да. Слушай, ну для тех, кто реально работает, кто блогер, кто стример, это вообще, наверное, бомба. Ну да, но скорее, если ты собираешься стримить на более-менее профессиональном уровне, я бы выбрал бы QuadCast, потому что у него 4 диаграммы направленности, можно записывать как перед собой, так и по сторонам, можно записывать в стерео, с правой, левый канал, и, соответственно, когда микрофон пишет звук вокруг себя. Это вот про этот мы говорим сейчас, да? Да. Я посмотрю, это вот он. Да, и что самое крутое в нем можно, у него есть свое подключение по 3,5, можно послушать, как твой голос слышат твои собеседники. Плюс у него есть паук, который вибрационный. Вибрация от стола не будет передаваться на него. Это очень круто. Слушай, подожди. Как это другие? Я услышу, как меня слышат другие? При помощи чего еще раз? Ну, что мне это, наушник надо или здесь динамик какой-то? Нет, ты просто втыкаешь 3,5-метровый наушник, вот он здесь, и ты слышишь себя. Также сенсорное управление. Работает, да? Да, конечно. Это как, знаешь, красное в студии, типа, закрывается, он on-air, типа, да. В эфире. Ты в эфире? Да. Ну-ка. Давай еще свет выключи. Даша, свет нам выключи. Мы хотим посмотреть, когда мы в эфире. Молодец. Что ж, не командуй, 8 марта прошло. Оп. О, видишь как. Смотри. Ну что, круто. Слушай, ну выглядит он реально как вот профи, знаешь, на радио я много раз бывал. Очень круто выглядит.
Странный поп-фильтр, чувствительность, все очень круто. Слушай, и всего, и всего, 10 400 рублей, поправь меня. Да ладно, подожди, давай посмотрим, посмотрим. Может, нас обманывают, конечно, обманывается. 11 390. Обманул, простите. Будешь доплачивать за это сам. 13 990 стоил, 11 390 прямо сейчас. 18% скидка на него. Можете, вот даже балуешься, да? Можете все посмотреть, дополнительно почитать, полистать здесь, послушать. Это та вещь, которая будет работать, ребят. Делать качественные записи, реально качественные, вообще ни о чем переживать не будете. Один раз купите, подключите к компу, к ноутбуку. В кадре как будет смотреться, да, если вы реально стримите. Ну, правда. Да. Это совершенно другой уровень. И эта эстетика на том конце экрана, ну, она нужна. Вот это прям топ. Очень круто, можно, потом можете послушать его можно себя. Снять с этого крепления, и он совместим со всеми креплениями, которые существуют сейчас. Он ко всем штативам, переходник идет в комплекте. Короче, вот это тоже крутой, чуть-чуть попроще, да, немножко другие технологии. Опять же, есть все-таки сенсорное управление, да, он однонаправленный, правильно? Да. Да, но очень стильненько смотрится. И сегодня мы его подарим за скороговорку. Он как пушка? Ну, слушай, ну, наверное, ну там от провода будет зависеть. И он очень стильный. И он очень стильный. Они вообще стильненькие, занимают мало места, мне нравится. HyperX вам всех быстрее, соберет вам мощный комп, всех мощнее, всех сильнее, он потянет даже дом. Hyper стримеру поможет, все просмотры захватить, с ним играет очень мощно, можно в топ с ним зарулить. Ребята, не стихотворение, скороговорка. Hyper хайперенок в помощь хакерам, хайкерятам, хоть дождь, хоть солнце, Hyper дома красит любую погоду. Так. Давай, давайте почитаем. Микрофон от HyperX хейтеры опустят вниз. Не дадим им это чудо. Хайпить Hyper нужно. Хайпить. Не опускать, а хайпить, да. Hyper дочки хайпану, будет дочка моя гну. Тоже хорошо. Неплохо. На экране Саша слова кишит. На экране Саша слова кишит, а HyperX клавишей шуршит. Вот так вот. HyperX всегда поможет, в катке он спасет тебя, проиграть с ними возможно. HyperX, люблю тебя. Ребят, не стихотворение, значит, пишем скороговорки. Если вас не прочитал, перешлите еще раз, еще раз, еще раз. И не забывайте группу ВКонтакте. Вам осталось только немного креативно закосплеить свою клавиатуру по-любому. Отправить в эту группу, в специальную папку, по-моему, называется «Стрим на Озоне», фотографии, и клавиатуру заберете. Нет, тут, наверное, люди не поняли то, что мы хотим закосплеить, не присылают свои фотографии. Совсем то, что нам нужно. На самом деле, знаешь, как круто? Представляешь, если мало будет, один пришлет, наверняка я не победю. Да это так сложно, знаешь. О, я лучше скороговорку напишу. Ребята, просто сфотографируйте свою клавиатуру за косплейно. Клавиатуру за 7,5 тысяч получите подарок. Не-не-не-не, тут надо по-другому. Давай, рассказывай. Нужно, чтобы он сам изобразил сам свою клавиатуру, сам себя. Ребята, вы должны изобразить свою клавиатуру. Как вы это сделаете, я не знаю, но надо изобразить клавиатуру, понимаете? Перевоплотиться клавиатурой, так просто, где бы вы ни были, в транспорте вы сейчас, около зеркала сидите, селфи вы сделали, попросите кого-нибудь сфотографировать вас. Вот вы, прямая клавиатура, вот я уже подсказываю. Слушай, как изобразить? Ты сам-то можешь изобразить? А вы придумайте, ребята, у нас на Озоне все талантливые, мы же в России живем, это реально очень круто. Поняли, да? Изображаем клавиатуру, отсылаем фотографию, получаем ее в подарок от известного крутого бренда американского, крутую компанию делал. Супер хайп. Пока 8 работ и все не то. 8 работ? Да, и все не то. И все не то. Все. Не то. Значит, извините меня, если я неправильно сказал, значит, вы должны сами изобразить клавиатуру. На самом деле, это упражнение первого курса актерского факультета «Оживление предметов» называется. Да, мы часто это делали. Я был ножницами, а расческой, помню, был. Ну, короче, много чего было, понимаешь? Хорошо. Шанс выиграть клавиатуру. У меня времени нет, ребята. Час и час после действует предложение по 30-40% скидки. Такого не было никогда. Это профессиональное геймерское оборудование будет служить верой и правдой и доставлять, по-моему, самый только классный. Да, клавиатура, которая стоит 11 тысяч рублей, которую сейчас можно купить за 7300, можно выиграть. Просто можно выиграть бесплатно. Прикинуться клавиатурой. Слушай, скажи мне, пожалуйста, как подарок? Это круто будет? Это шикарный подарок. Да? Да. Дорогой, это премиальный подарок. Это очень крутой подарок для человека, который любит играть в игры или просто хочет пользоваться хорошим продуктом. Круто. Два микрофона только что рассмотрели. Один из них подарим вам. Не написаете? Малыша. Малыша. Макс, ты сегодня делаешь настоящие чудеса. Спасибо всему щедрому бренду. Дни HyperX. Это не просто так. Это не потому, что стрим. Это не потому, что реклама. Это нафиг никакой не телемагазин. Во-первых, делаем обзоры. Да, а общаемся с с менеджером. Да. Тот человек, который может подсказать, но в магазине или в интернет-магазине или по телефону не уделит вам час.
а нам все не уделит. А вы смотрите совершенно бесплатно и получаете подарки. Мы на Озоне, ребят, на крупнейшей интернет-площадке, это очень круто. Значит, два микрофона посмотрели, две клавиатуры посмотрели. Давай рванем к наушникам. Давай начнем с того, что попроще, да? Давай, давай. Только я почитаю. До этого почитаю. Хайпер украл у Икса клаву, Икс украл у Хайпера комп, чтобы выиграть хайперовый микрофон. Это как Клара. Да, попытка хорошая. Хорошая, мне очень понравилось. Хайпер Икс, Иксенок хайперский хайповик. Вот это уже явно попытка вырваться в лидеры. Да? Дамир! Делаем. Ха-ха! Кричали хором. Ха-ха-ха! Кричали хором хайперу холопы. Но их хайпер переехал опытно-охотно. Опытный хайпер. Хайпершини, хайпер плюс. Хапилини, хаперши. Только надо хайпер. А Александр сказал, отдайте мой выигрыш вообще, ребята. А мы же подвели итоги. Расходимся. Так, ребят, уже за 1000 перевалило, нас смотрят. Давайте. Скидки огонь. Ставьте лайки. Вот здесь вот в правом углу. Это круто. Пришел HyperX, рассказывает, дарит подарки. Делаем обзор. Давай, погнали в наушники, это важная тема. Соответственно, наша гарнитура, это самая простая наша и самая доступная гарнитура, которая сейчас есть. До скидок, поправь мне, если я ошибаюсь, она стоила 3500 рублей. Сейчас ее можно купить за со всеми скидками за 2300. Это какие? Первое. Это вот эти, да? Да. 3790 стоили. 37%, 2375 сейчас они стоят. Вот такая вот гарнитурка офигенная. 4,5 звезды на Озоне по рейтингу. Да. 67 отзывов. Это правда, да. Вот все написано. Можете отзывы почитать. Отзывы реальные, ребята. Ну, как бы тут вообще вопросов нету. Вы должны верить Озону. Если не верить Озону, не верить никому. Это поверьте мне. Характеристики тоже есть. Можно все почитать. Цена доступная. Ну, скажи мне, что? Да. Что по звуку? Чего вообще получается? Как? Насколько удобно они? Очень удобное металлическое оголовье. Надежная конструкция, поворотный микрофон. Микрофон не отключается при повороте, это надо учитывать. Соответственно, он совместим не только с компьютерами, но и со всеми приставками через порт 3,5 джек. Соответственно, он идет в комплекте, можно втыкать его в приставку, в пульт и, соответственно, пользоваться как обычной гарнитурой. Вот спрашивают, можно музыку слушать через них? Да, можно. Можно, ребята, да. Хайпер геймер выбирает, Рьянов киберпанк играет. Дамир написал, что, ребят, я правда старался, не скопировал ни у кого, написал сам, который, ты говоришь, почти выбился в либдеры. У кого есть Хайпер X, обладает силой X, попадая всем хедшот, получает... Ах, бэнг. Тоже хорошо. Динамики 40 мм, очень надежная конструкция, они просто неубиваемые. Да? Просто попробуй одень. Да, давай. Подстрой. Это металл, да? Да. Ой, слушай, у них такое ощущение, что шумоподавление есть, знаешь, они настолько аккуратно. Шумоподавление, к сожалению, Вот я надел, и настолько они аккуратно, хотя уши, смотрите, у меня не такие маленькие. Кстати, мягко вот это вот, тканевая штука. Да. Мне нравится больше тканевая, если честно. Есть такие, знаешь, как кожзам и так далее. Моему мнению, как бы, мне вот они нравятся. Но шумоизоляция будет в них немножко хуже, нежели с кожзамом. Прием, давай, не отставай, ребята, ты куда? Стреляй, давай. А что подожди, стой, ты не подключил звук, ну. А мне не надо, я все слышу. Слушай, а кто это такой? Где? Вот этот. Персонаж. Ну, что это, заяц, кролик, непонятно, да? Не знаешь? Терминатор. Терминатор какой-то, ей-богу. Я похож на геймера, нет? Да, я надеюсь. О, слушай. Ну, приятно, вот здесь наверху еще есть, да, для головы. Короче, вот в наушниках же все равно много времени проводят. Очень. Да, это важно, чтобы они были удобны. Это правда важно. Ну, сделано все добротно. Классно. Цена сегодня очень крутая, 37% скидка. Так, ну у нас есть вторые еще. Вторая гарнитура. Вторая гарнитура это, наверное, лучшая гарнитура, которая присутствует на рынке, по нашему мнению. Это Cloud Alpha версии S. Казалось бы, ты, наверное, не знаком с нашей продукцией, с обычной Cloud Alpha, которая у нас была до этой. Она выглядит идентично и кажется, что это одна и та же самая модель, но просто мы добавили пульт, просто в коробку, который дает звук 7.1. Но это не совсем так. Соответственно, эта гарнитура отличается очень сильно от предшественника. Я просто покажу как пример. Ну-ка. Если снять гарнитуру, она, кстати, имеет полностью... Оголовье полностью металлическое, и можно делать вот так, ничего не боясь. Ах, ничего себе! Вот это круто! Она не сломается. Вот это класс! А вот это круто, ребят, ну согласитесь, да? Если снять амбушюру аккуратно вот так, то можно увидеть то, что, как ты говоришь, то, что если большие уши,
ухо ложится максимально аккуратно вот сюда и ничего не нажимает, и ты можешь провести в этой гарнитуре гораздо больше времени. Она гораздо комфортнее предшественника. То есть это такой вот, как бы, ну такая, ну не могу сказать, что новиночка, но прям топчик такой, да? Это топчик-топчик. Плюс есть еще двухкамерная система динамиков, что позволяет сделать звук более чистым. И если слушать звук на максимальной громкости, звук не превращается в кашу. Круто, это важно. Круто здесь другое. Че? Круто здесь цена. Ну давай посмотрим, цена. Ну вообще такая должна быть серьезная цена, на самом деле, такие на уши. Я думаю, а вот 10 790. Сейчас 7500, слушай, ну крутые вы скидки идут, 7590 цена и стоит, 7590, считает премиального класса, получается все гарнитурка, классные уши, все сделано, полностью металлизированное, да, скручивайте как угодно, не сломается, это значит долговечность, один раз купили, много-много лет пользуемся, наслаждаемся качественным звуком, я не очень понял, вот это для чего? Это пульт. Соответственно, что тут делать? Плюс-минус звук, да? Это звук, плюс можно регулировать звук между чатом, если ты играешь, допустим, с какими-нибудь тиммейтами, и... Тебе в звуках мешает. Они говорят, а ты тащишь катку. Ты тащишь, ты потеешь, тебе тяжело, они тебе мешают. Ты просто можешь убрать звук. Ты просто их не будешь слушать. Либо сделать их чуть тише, чуть громче. Очень удобно. Саш Попов, дружище, ну пиши, мой хороший. Ну не могу, нельзя просто так подарить, надо писать. Хайп хайпует с хайпером лихо, хайпом хайпер хайперит. Хайп по хайпу не хайпует, а хайпует хайп и бдит. О! Вот так, мне нравится, отличные уши, я выиграю, засекайте, Данил Лабуткин написал. HyperX норм, XFix IndieFix лучше будет с HyperX. Хорошо, Амир, хейтер хочет хапнуть хайпер. Ах, пропало, прости, пожалуйста. Хейтеры с хайером, хайпировали, но не выиграли. Я бы тоже хотел выиграть, Оксана Дроздова написала. Оксана, я очень надеюсь. Какая добротность у динамиков? Павел Свиридов спрашивает. Добротность у динамиков. По какой шкале? Единственное, что не знаю. Добротность. Я могу сказать, что внутреннее сопротивление 60 Ом. Так. Это достаточно много. И, соответственно, чем больше Ом, тем будет качественный звук. Мама Мила, мыла, Милу мыла, Мила мыла, не любила. Она любила HyperX и записала свой ремикс. А чё, ну тоже прикольно. Молодец, Андрей. По крайней мере, что-то новое. Это тоже здорово, да. Я скриню, да. Хейтер хочет хапнуть хейпер. Хейтер хороший ход. Хейтер хорошо хейтует с хайпером XX. Отлично. Александр Попов XXX написал, молодец. Так, что у нас там в группе? Кто-нибудь начал что-нибудь делать? Да, у нас есть один человек, который попытался сделать. Да, он подглядел, смотри, что получается. Ты нам дал совет, он это сделал. Но пока это лидер. Братан, ну ты лидер. Вот кто это сделал, видите, он показал клавиатуру. Вот он изобразил клавиатуру так. Получит клаву, которая стоила 11 тысяч, сейчас, во-первых, за 7500 можно ее купить. Да. Он получит ее бесплатно, если это не сделаете вы. Ну давайте посоревнуемся немножко, но это правда круто. Ребята, цена, ну классная, цена классная. Это дорогие, крутые аксессуары, дорогие комплектующие, дорогие компоненты. Все, вот она группа. Вот она группа ВКонтакте. Слушайте, напишите кто-нибудь в группу ВКонтакте, пожалуйста, еще раз. Вот здесь вот ссылку в чат киньте, пожалуйста, хорошо ее. Продублируйте, будьте добры, если есть наши друзья здесь. Ребят, кстати говоря, вот они две клавы, да. Отличие от них мы вам, в принципе, сказали. Еще поговорим. Микрофоны. Ты попробуй, ты просто одень их. Давай, оцени. Это вон те. Да. Ой, слушай. Ну круто. Не, ну то, что вот так вот с ними можно сделать, потому что они полностью металлизированы, это, конечно, просто огонь. Ну-ка. И знаешь, ничего нигде не хрустит. Ничего не хрустит. Ну ты прям берешь, да. Уже есть ощущение другое. Оттуда звук идет. Ты их неправильно одел. В смысле? Да, в другую сторону, да. Я только «о» сказал, подожди. Ой, слушай, какой звук. А знаешь, здесь звук идет. Как бы сейчас отсюда вот так вот он, что это, Dolby называется, Digital Surround, что-то, наверное, такое. Это 7.1. Круто, крутой звук. А гарнитуру ты снял, да, мне? Гарнитурку снял? Вот она еще подключается, да? Да. Можешь подключить мне? Да, конечно. Хочу посмотреть, как она полностью выглядит. Слушай, ну очень удобно. Ну классно, что говорить. Микрофон с шумом подавлением. Очень удобно. Ох, я нормально говорю, не громко? А вот сейчас играть стало, ребят, совсем по-другому, поинтереснее даже. Ё-моё. Тьфу ты, ё-моё. Одел наушники, понимаете, вдохновился, внимание рассеялось. Все круто. Наушники, правда, топ. Реально крутые. Все здесь двигается, сделается. Ну, это кожзам, наверное, да?
Ну, очень мягенький, аккуратненький. Амбушюра с эффектом памяти. Угу. А вот это что такое? А это слайдеры. Хорошо, ты заметил. Слайдеры для регулировки баса. Да. Да, соответственно, у нас есть металлические слайдеры. Угу. Соответственно, если ты хочешь, чтобы было больше баса, чтобы больше давило, ты, соответственно, их открываешь. Угу. И у тебя... Угу. Прокачивает, короче, тебя, да, в мозг вообще конкретно. Если тебе по какой-то причине баса много, или угу, ты хочешь сделать там чуть меньше, ты просто меняешь позицию, и, соответственно, у тебя угу, и бас уменьшается. Четыре щелчка вижу на четыре где-то, на четыре разных категории, которые можно сделать. Три, да? Три. Показалось, четыре. Вот, вот так вот подстраивается все. Ну что, нравится вам? Уши крутые. Уши крутые, вот эти попроще. Понятно, да, в них тоже как бы все есть, но эти прям, конечно... 2300 рублей. Ну, 2300. Но вообще без ушей нельзя, по-моему, ни играть, ни фильмы смотреть, ничего. Да. Нужны. Уши, в принципе, нужны, какие бы ни были. Эти или эти, не принципиально. Но сейчас на все у нас идет очень крутая скидка. Ах, ребята, давайте присылайте фотографии. Не стесняйтесь, не ленитесь. Одна фотография у нас есть, клавиатуру получит этот человек. Ну, сделайте селфи, сделайте через зеркало, как угодно. Изобразите, какая вы клавиатура. Я не знаю, может быть, вы маленькая клавиатура. Придумайте как-нибудь. Может быть, вы лежачая клавиатура. Есть... у нас это... Опа, вот видите как, вот это уже креатив, это, what? Это просто буквы. Да. Просто буквы, молодец, умница, это тот же, кстати, по-моему, да? Да, скорее всего, узнал по капюшону. Узнал по капюшону, я тоже, да. Молодец, видите, уже он больше интегрировался в клавиатуру, это так просто, просто в группу ВКонтакте скиньте и все, группу впишите здесь. Но подожди, у нас же еще есть конкурс с вопросами. Точно, не забывайте про вопросы. Вопрос, который вы зададите либо Максу, либо мне, либо о бренде, либо о компании, либо о геймерском спорте, вообще какие хотите, вот у нас сегодня. Это же два вопроса, история. Два подарка. Два вопроса, два подарка, ребята. А там, кстати говоря, ну, реально имиджевые штуки очень прикольные. Да? Да? Очень прикольные. Я почитаю пока быстро. Хайпер снился, хайпер влился, звуки слаще, счастье чаще. Ху! Hyper X как Paper X, Hyper X как Asterix, Hyper X как суффикс X, птица Феникс, Hyper X. Ну, это стих. Это стих, да, больше. Mm. Хайпер с нами хайперит, хайп на хайпе, будто чит. Хайпер с геймером хайпует, хайпа много, все ликуют. Слушайте, ребят, честно говоря, вы очень крутые. Вы, правда, вы придумываете скороговорки, это очень круто. В пруду у поликарпа три карася, три карпа. Хайпер X одел на уши, но порадуйте мне душу. Хайпер X одел... Стих. Давай покажем, что внутри. Давай, посмотрим, что внутри, за что дарить подарки. За вопросы. Слушайте, подарков сегодня просто огонь. На эфире хайпер перехайпил, только хайпер хайпить надо, охватить бы, охватить, чтобы можно хайпарить. Ой, хайпер хайп на хайперит без хайпа. Согласен. Это что такое? Наклейки. Это наклейки. А куда? Ну, вообще, куда угодно. Куда угодно. Угу. Это маска? Да. Ёшки-матрёшки, у тебя еще и маска есть. Ну вот, что-то не открывает, ну интересно же посмотреть. Видите как? Это актуально, это стильненько. Это на дверь. Это на дверь. Что написано? You may come. Вы можете войти или не входить, я играю. Это что такое? Привет, геймер. Ты стал обладателем четвертого поколения Power Pack от HyperX. Версия, посвященная героям компании We're All Games. Нашим амбассадорам и друзьям, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все здесь написано. Вот так те самые носки. Вот та самая маска. Ну что, как? Классно? Дай посмотри в зеркало. О-о-о. Я настоящий геймер. Можно я носки не буду примерять, но они классные, ребят. Еще что-то есть? О, а это что такое? Это держатель. Это держатель, ребята. Это брелок. Слушай, все вот это вот, все вот в этом наборе вы получите. Да еще и маску даже. Он будет новый. Да это лучше, ты че? Я уже насытил своей энергией. Да. Где вы находитесь? В каком городе? Где ваш магазин? Шикарные наклейки. Супер маска, Ирина написала. А можно вообще приобрести набор? Нет. Нет, ребята. Нельзя. Приобрести нельзя. Но все. Как группу-то найти? Вот она, группа. Пожалуйста, заскриньте. Сейчас покажу, ребят, заскриньте ее, чтобы я много раз не показывал. Вот она. Заскриньте сейчас, найдите группу ВКонтакте, фото отправьте, я клавиатура. Вот представьте, я клавиатура. Вот изобразите из себя клавиатуру. Все. Вот на эту, вот в эту группу отошлите фотографию. Она, там есть специально созданная папка. У нас пока есть безусловный лидер. Уже две фотографии отправил, он один пока. Клавиатуру за 7500, вот эту. Ну, не эту, новую. Получите бесплатно. Хотя сейчас цены просто огонь. Она стоила 11, там, почти 12 тысяч. Сейчас за 7500 рублей скидок таких не будет больше. Дни HyperX в России движутся очень классно. Согласись? Да. Согласен. Давай почитаем. А как в конкурсе участвовать? Значит, если хотите микрофон, вот этот микрофон, вот он,
вы получите бесплатно за то, что придумаете скороговорку с брендом HyperX. Клавиатуру получите за фотографии в группу ВКонтакте, изображая клавиатуру. Да, изображая клавиатуру. И за хороший вопрос получите весь этот набор офигенный. Брендированные носки, значит, маска, брелок, наклейки, все, что хотите. Вот такая вот классная. Микрофон, пожалуйста, умоляю, Самвел написал, умоляю. Самвельчик, дорогой, пиши скороговорку. Хайпануху. Хайпануховскую X. Хайпанула HyperX, хайпернул хайпуху-пуху. Даже хейтер крикнет хипер, если хайпер, в смысле, если хайпер хакнет хук. Хуку хайпнуть хупер. Я уже, знаешь, я не могу больше говорить. Скажи, пожалуйста, насколько сильное шумопоглощение наушников? Сосед с перфоратом достал, наверное, в них, ритмично идет. Достал, наверное, в них. Слышно будет, но достаточно неназойливо. Потому что у них нет активного шумоподавления, только пассивное шумоподавление. Но этого, как правило, бывает достаточно, чтобы... Если сделать погромче, то точно не будет слышно. Я согласен. Когда розыгрыш, ребят, через 10 минут разыгрываем. И да, фотографии в группу ВКонтакте. Я клавиатура, представьте, изобразите клавиатуру нам. Получите. Я, у нас тут вообще новый лидер. Это все тот же господин. Да? Он пошел дальше. Да. Да ты что, ну-ка. Вот. Ёшки-матрешки, дружище, как тебя зовут-то, слушай? Молодец. Видите как? Вот креативно придумал. Ребята, что вам стоит? Клавиатуру получить бесплатно. Бесплатно вам доставят ее, это очень круто. Микрофон крутецкий. Давай немножко о микрофоне поговорим. Давай, каком? Давай, да, давай вот о крутом поговорим. Давай о крутом. Крутом. Да, он мне очень нравится. Что ты хочешь о нем узнать? Я тебе расскажу. Все, куда говорить надо, как ставить, откуда звук идет, куда прилетает. Соответственно, если говорить... О, как он красивый-то. Ну, красивый, конечно. Соответственно, если мы говорим про микрофон, у него 4 диаграммы направленности. Вот они все здесь нарисованы. Ты можешь выставить, ну, в зависимости от необходимости, ты можешь их менять. И использовать. Допустим, мы можем с тобой говорить, ставить вот так, говорить с друг другом. Если мы, ты пришел ко мне на подкаст, или я к тебе пришел на подкаст, мы ставим, да, ставим микрофон между друг другом и разговариваем. Круто, круто. То есть он с нескольких сторон, с четырех максимум, да? Он может быть либо с 360, либо с двух сторон, либо, ну, с одной стороны, с лицевой стороны, вот с этой вот. Либо ты можешь записывать в стереоканале. Это круто. Левое и правое ухо. Круто, круто. Знаешь, вот. В 50-х-то были такие микрофоны. В 50-х? Вот это самое. Они постоянно были в кадре в американских фильмах. Там, ну да, 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 да. Ну, похож на самом деле. Нет, я имею в виду, что свой стиль. Свой стиль. Да, 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 да. Свой стиль есть, действительно, такой отсыл классный. Да, микрофон подойдет реально. Кто любит стримить, то записывать подкасты, интервью. Это очень хороший продукт. Согласен. Это кнопка магическая. Да. И качество звука, главное, крутое, да? Оно очень крутое. Очень крутое. Очень крутое. А главное, можно подключить тут наушники, да, у тебя на входе стандартные, и послушать, то есть вы услышите так, как слышат вас сейчас другие, когда вы говорите в микрофоне. Именно. Как участвовать, ребята, скороговорка с HyperX. В группу ВКонтакте, еще раз покажи, отправляйте фотографии, я клавиатуру, получаете клавиатуру. Она счет по феноменальной скидке больше 30%. И вопросы задавайте, получаете еще фирменные подарки. Я набрала сайт, но это не группа ВК. Куда фото отправлять? Не сайт. Вот. Еще раз посмотрите, ребят. Вот. Еще раз посмотрите. Вот, люди уже отправляют. Отдайте приз, Вячеслав Петрашов написал. Слав, дружище, пиши. Хайпер с нами хайперит, хайп на хайпе будет чит. Хайпер с геймером хайпует, хайпа много, все ликуют. О, я помню это, Артем. Да, помню. Неплохо, неплохо. Хайпер хайт, хейтер Тайлер. Схватит в бампер байтер Тайлер. Наконец написал правильно. Сергей Богатов. Ну, я надеюсь, я прочитал правильно. Давайте захитим, Саша. Ну, в смысле, захитим, говорю. Заскриним. Осип, Ахрип, Архип, Осип. Хочу я выиграть HyperX. Тоже хорошо, отсылка, классики. Как участвовать? Пишите скороговорки, задавайте вопросы. Все зависит от того, что хочет человек получить. Если он хочет получить клавиатуру, надо ее закосплеить. Изобразить, то есть изобразить клавиатуру, ребята, опубликовать в группу ВКонтакте. Получите клаву офигенную просто. Еще раз скажу. 11 тысяч рублей. Цену 11 тысяч рублей, это сейчас по скидке, а через час вернется прежняя цена, 11 тысяч рублей. И будете приобретать уже по этой цене. Еще раз расскажи немножко мне о структуре самой клавы, с чего она вот состоит. Авиационный алюминий. Это авиационный алюминий, вы представляете? С двух сторон. С двух сторон причем. Она такая, ну, весоменькая, честно говоря, весоменькая. Классно очень клавиши нажимаются. Клавиши это называется, кнопки. Переключатель нажимается. Очень приятная она текстура. Классная подсветка. Она, кстати, включается, подсветка, ну если что. Да, можно сделать потише, можно выбрать режим, который ты хочешь. Угу. Реально крутая геймеровская клава со службой. Очень приятную службу.
и доставит много массу, ну, огромное удовольствие на самом деле в течение всего игрового времени. О, у нас здесь новые участники в конкурсе. Новые участники в конкурсе. Молодцы, да. Ребята, 10 минут осталось. 10 минут осталось. Ну-ка. Ну... Ага, а почему нет? Кто-то на руке выложил, понимаете? На руке, это тоже возможно, тоже креативно достаточно. Креативно, молодцы. По-разному можно подходить к этому конкурсу, по-разному. Главное, что клавиатуру заберете вы. HyperX подгонит чат, хайпануть тут каждый рад. Алия, спасибо. Огонь, Виктория Назаренко, огонь, конечно, огонь. Ребят, у нас осталось 15 минут. 15 минут, через 15 минут закончим, все. Ни подарков, ни обзоров, ничего не останется. Останется цена, еще будет действовать в течение часа. О да. Микрофонах поговорили. Ребята, стримите, записывайте себя, это очень круто. Есть, да, смотри, если мы говорим про малыша, мы про него мало проговорили. Да, соответственно, он подойдет людям, которые хотят просто иметь хорошее качество звука при какой-то записи, при общении с другими людьми. Идеально подходит. Просто многим не нравится, когда ты говоришь, использовать... микрофон от гарнитуры, поскольку ты как Голиаф на битве, у тебя что-то здесь около рта, и ты об этом говоришь, ну, что происходит у тебя. А если ты используешь микрофон, ты можешь его поставить вот сюда, его даже не видно, ты разговариваешь, и все супер. У тебя ничего не вот здесь не мешает. Да, это очень удобно. И он круто берет, за качество можете не переживать. Ну, реально, это правда удобно. И играть можно, и стримить можно, и работать можно. Ну, это правда удобно. Это супер удобно. И по цене-то какой? Да, на самом деле цена на микрофон, а давай, кстати, посмотрим. Давай. Угу. То есть микрофон малыш стоил, вот он, да, соло, 6990, почти 7 тысяч, сейчас 4740 рублей, 30% скидка, 32% скидка. В прямом эфире идут HyperX дни, и они продолжатся всего только на Озон. И исключительно, вот такого нигде можете не найти, вот никуда не лазьте больше, такого больше не будет. Это потрясающее качество, ребят. Купите, годами будете пользоваться, ну поверьте мне. И игровой стрим-микрофон HyperX Quadcast 13990, ой, простите, 18% скидка, 11390 он стоит. Ну и наушники тоже. Одни были 11, сейчас 7500, другие были 4, сейчас 2365. Наушники все классные, без наушников вообще никак нельзя. Если что, обновите их, посмотрите и участвуйте в розыгрыше. Дарим подарки. Да. А что с вопросами к нам? А вопросы? Так, ну-ка давайте, быстренько. 3 минуты вопросов к нам. Не знаю, какие они будут. Задайте креативные, подарим подарки. Что, через 3 минуты дарим подарки. Ребята, давайте, сейчас подарки по вопросам идут. 3 минуты и дарим. А потом будем выбирать уже наши скороговорки. Да. Загрузила клавиатурный макияж. Анна написала, покажите ссылку, пожалуйста. Ссылка, быстренько, ребята. Вот она, ссылочка. Скриньте. Не переписывайте, а скриньте. Светится хайпер, хайпоновый хайпер. Новый модный четкий приз, это новый HyperX. Хапер, хапнул хайпер, хайпануху, хайпановскую X, хайпанул хайпер X, хайпер, хайпернул хайпуху. Фу, клава, лава, хапер, лала, мало надо, надо мало, надо клава, надо лала. В какую группу показали только что, как ваши наушники? Как ваши наушники? Спасибо, это уже вопрос был. Это все для стриминга. Да. А что за группа? Группа какая, про что? А, вот я уже показал вам, да. Как появилась HyperX, вопрос тебе. Хороший вопрос из зала. Соответственно, изначально компания занималась... Мы вышли из компании Kingston, и изначально мы выпускали карты памяти, и оттуда пришел бренд HyperX. Как прожить и не работать, Евгений Горвилов спрашивает. Вопрос. Вот хороший вопрос. Хороший, да? Реально хороший вопрос. Мне нравится. Что, подарим сразу? Женя, мы дарим тебе вопрос, как ни странно. Евгений Гаврилов первый подарок получает вот этот вот. Вот полный набор. Да, я заскринил его. Вот, полный набор получаешь. Это в подарок тебе. Как прожить и не работать? Вопрос вечера сегодня. Слушайте, прям в точку. Я согласен. Надо найти работу по душе, и тогда вы не будете считать, что это работа, ребята. К носкам HyperX прилагается. Это хороший это комментарий, мы подумаем. Это вопрос, чтобы подарок получить. Носки только на ноги надевать? Какие варианты? Наушника бомба, он стримит. Поддерживает ли наушники Digital Surround Windows 10? Да. Да. Хайпер топчик, хайпер микс, хайпер лучше, брат, держись. Кто создатель HyperX? Как давно вы на рынке? Если мы говорим про игровую периферию или про вообще как бренд HyperX. Откуда тут, я знаю? Вот, тут, ну, точно, вот так вот. Просто креативный комментарий. HyperX. Да? Вадим Сафронов. Куда я попал? Вопрос Александра Бичкова. Куда я попал? Срок годности. Целились? Да, срок годности носков. Какое шумопоглощение наушников? Сосед, наверное, в них ритмично идет.
Спасибо. Верный хайпер, супер рарный. Рядом с хайпером хайпер резвит. Микрофон реально разный. Эксклюзив. О, я хочу. Какая сумма-то? Какая самая топовая мышка от хайпер? Так, выбирай вопрос. Куда я попала? Сколько уже существует бренд? Что это? Мне подарок надо. Как понять, почему клавиатура лучше, чем у меня? А как вам? У человека. А не знаю. Ты подарок будешь дарить за вопрос? Ты не отвечай, давай. Как вам живется хайпуя? А что за шухер? Давайте клавиатуру, плиз. Мужу, вопрос. HyperX для девочек есть расцветки? Есть. И скоро будут. Да? Да, были просто фантастические. Фантастически белое золото, Cloud Mix, и скоро будет вот точно такая же модель, но в розовом цвете. Есть ли защита от влаги на клаву? На этих нету. Есть только, но если плачете, то нормально все будет. Клава механическая? Механическая. Вам не хочется домой, Ирина написала? Вопрос. Какая хорошо. Я 100% проиграю. Яков Головко. Не факт, ничего не понимаю, но хочу клавиатуру. Пиши скороговорку со словом HyperX. Хейтер хакнул сайту Hyper. Hyper хейтеру в ответ. На зоне раздает хейтеру привет. Самый дорогой товар HyperX. Из периферии или из железа? А вот все, про я не знаю. На мышке соты есть, а где хайповые... А, на мышке соты есть, а где хайповые пчелы? У тебя соты есть на мышке? А хайповые пчелы? А? Технологические отверстия. А че? А как они, как соты сделаны? Магия. Магия? Так тебе вопрос понравился? Это же креативно. Понимаешь? Это же креативно. Ну. Если перелить кофе на клаву, она водостойка? Не, ребят, эти нет. Эти нет. Носки тоже из авиационного алюминия? Нет, из хлопка. Из хлопка? Да. Ты не отвечай, ты выбирай вопрос. Мы сейчас должны подарить подарок, понимаешь? Условия какие? Я впервые. Самый Харпер, храп у храпа, пишем Харпер, суперхакер. Хайпер геймер выбирает, Рьяна в киберпанк играет. Почему в наушниках нет подсветки? Но у нас там люди появляются? Фотографии. Да, появляются. Появляются, ребята, в группе ВКонтакте опубликовываете лучшую фотографию, получаете клавиатуру. Вот она, группа ВКонтакте. Я клавиатуру. Нужно изобразить при помощи себя. Отправляйте, что вы смотрите тоже. Клавиатуру получите. Да, все, кто в студии. Ребят, у нас еще есть сегодня один стрим. Обязательно сегодня поиграем. Еще очень будет круто. Через 20 минут мы начнем. Но 10 минут еще HyperX. Полное право на всю страну говорить. Вот в эту группу отправляйте фотографии. Я клавиатуру. Я не знаю, как вы ее изобразите. Как хотите, изобразите. Что хотите, сделайте. Лечь, но лечь можно, встать можно, сесть можно. В ванну можно пойти. Кстати, в купальнике есть фотография. Все, молчу. Просто спроси. А если не люблю игры, какая клава такая заставит полюбить их? Можно попробовать. Можно попробовать. Если клавиатура сейчас стоит 7000 рублей, я бы попробовал. Я бы тоже попробовал. Ребята, цена очень хорошая на все сейчас. Это хайпер-дни, дарим подарки. И опять Макс отвечает на вопрос, а не выбирает лучший. Хорошо, самый первый товар HyperX, Александр спрашивает. Из периферии? Нет, из Москвы. Не надо из периферии. Если мы говорим про игровую периферию, то это гарнитура. Хоть хейтер хейтит и хамит, хакер химок, не хандрит. Хорош хандрить, хватай халяву, HyperX тебе на славу. Неплохо. Дмитрий Кочергин написал, а что? Неплохо, очень неплохо. Очень неплохо, очень да? Неплохо, да. Ну, ты очень неплохо на подарок тянет, подожди, или ну, очень... Ну, подожди, ну, может, время-то еще идет. Ну, ребята, еще время есть. Значит, есть давай, время. 4 минуты у нас, и 4 все. Время. 4 минуты и подбираем уже. Давай, да? Давай. Хайпер для хайпа. Я стану играть как чемпион, если куплю все эти атрибуты. Я стану играть как чемпион, если куплю все эти атрибуты. Ты точно станешь играть лучше. Да, ты точно станешь играть лучше. Если бы я выкрыл клавиатуру, я бы спал с ней, Виктор Глухих написал. О, миленький мой. Возможно ли получить экстаз HyperX от прослушивания данных наушников? От Альфа-С. От Альфа-С можно. Да, да, дополнительный экстаз. Ты вопрос выбирай, опять он отвечает. Понимаешь? Трабл с чатом, не видно, что пишу. Кость, ну прости, пожалуйста. Тот пацан, это я, Артем Хмузенко написал. Удачи всем, удачи с ней. Вопрос, как быстро нужно раздать подарки, чтобы все были довольны? Артур Новик написал. А? Ну чего, Артуру давай отдадим? Возможно ли получить экстаз? Короче, Артур Новик, и отстань, Макс, все. Как скоро нужно раздать подарки, чтобы получить поздравление? Все, Артуру отдаем это. Все, не спрашивайте нас больше. Я успел заскринить, по-моему, да. Внимание, вопрос. Вы мне наушники подарите? Серега Рабин тоже, хорошо. Все, да. Выбираем теперь эти самые скороговорки. Скороговорки, да. Скороговорки. Какие у нас варианты были? Значит, то, что ты скринил. То, что я скринил. Быстренько. Ты пока фотографии там тоже открывай потихонечку. Так, ребят, с нами сегодня был HyperX, крутой американский бренд, выпускающий потрясающие компоненты для, не знаю, там, товары, как хотите называть, настоящих помощников для игры. Клавиатура сегодня по супер цене.
Еще час будет действовать предложение. Два микрофона, две пары гарнитур, наушников. Это просто огонь. Итак, поехали. Выбирай. Значит, давай. Смотри. Я сосредоточен максимально. Да. Так, ты, хайпер выигрываю я в раз, хейтеры получат в глаз, на зоне купим все, хайпер X по лоу цене. Кто хочет хайпануть на хайпер X, пусть хакнет все лайфхаки нета и скажет хайп, подключив Wi-Fi. Скороговорка, невелик бицепс, это... Ладно. Листаем дальше. Хайпер украл у X клаву, X украл у Hyper ком, чтобы выиграть хайперовый микрофон. Хайпер... Да. Хайпер укла... А, это мы читали уже. Да, мама да. мыла... А это, слушай, это я выбирал. Ты вообще ничего не выбирал. Это все, что мне нравилось, да. Как прожить и не работать, мы сделали. Слушай, ну давай тогда вот этому, наверное. Ну давай. Хоть хейтер хейтит и хамит, хакер химок не хандрит. Хорош хандрить, хватай халяву. Хайпер X тебе на славу. Не хочешь? Давай. Да, окей. Договорились. Да? Все, Дима Кочергин, поздравляем тебя. С праздником. С микрофоном. Он, а, микрофон, я же клавиатуру думал. Да. Микрофон, вот это ты получаешь подарок. Ребят, всех обнимаю, всех поздравляю. Простите, если что не так, извините меня, простите. Вы все потрясающие, ребята, простите. Каюсь, я дурак, идиот, почему ты мне не подарил. Да, все принимается, все, забываем об этом. И давай клавиатуру. Клавиатуру выбираем. Очень много работ, ребят. Всем спасибо, кто принял участие, прям постарались. Плохо, что, наверное, наша проблема, наша вина. Да? Что они сразу нас поняли, что нужно делать. Может да. быть, может быть, да. Есть много работ, ребят. Работ действительно много. Угу. Они разные, они интересные. Ну, что, выбираем? Я бы выбрал бы работу вот эту. Парень постарался, он сделал не просто клавиатуру, он сделал RGB-клавиатуру. Молодец. RGB-клавиатура. Да? Отлично, все. Вот это, вот этот парень, он, кстати, первый был, кто нас понял, кто прислал несколько. Дружище, мы тебя поздравляем. Все, ты получаешь вот это. Дай-ка мне вот эту. Подожди, где она? Где она? Вот эту клавиатуру. Ребята, вот эта клава геймеровская из самолетного... А, напиши что-нибудь в чат. Слушай, дружище, напиши в чат. Это я, чтобы мы тебя нашли на Озоне и отправили тебе сам. Пожалуйста, это важно, да? А что, так не найдем? Сейчас я напишу. Нет, мы... Ребят, ну это трендец. Найдем тебя. Напиши скорее. Напиши. Мы найдем тебя ВКонтакте. Мы найдем тебя ВКонтакте и там разберемся, да. Все. Короче, это было круто. Фу, Макс, да. У нас еще с тобой 3 минуты есть. Фу, давай немножко вкратце обо всем, о чем давай. Мы с тобой говорили, подведем итоги. Ребят, спасибо вам большое. Скидки на HyperX небывалые. Идут дни HyperX. И подарки дарим, и обзор делаем. Ну и еще и скидки получаем. Ну, давай. Давай. Итак, начали мы с клавиатуры. Да. Давай вкратце. Чем они отличаются, из чего состоят? Основные отличия — это переключатели. Это самое основное, что есть в клавиатуре. 80 миллионов против 70 миллионов нажатий. Скорость срабатывания здесь, ход клавиши до срабатывания 1,8 мм, у этой 1,1 мм, она гораздо быстрее, гораздо агрессивнее, она гораздо спортивнее. Я похож на американского хакера? Ребята, эти русские опять нас завоевали, ах, какие плохие. Хорошо. Это все, как ты сказал, самолетный алюминий? Нет, это авиационный алюминий, это металл. Это металл, отлично. Да. Круто. Так, о микрофонах? Микрофон SoloCast и QuadCast. SoloCast маленький микрофон, подойдет для людей, которые просто хотят иметь качественный звук, которые общаются в интернете и не любят микрофон, гарнитуру с микрофоном у рта. Сенсорное управление, включил-выключил, можно регулировать по углу и по... Ну, можно подключать его также к штативам, совместим с всеми штативами. Отлично. Поздравляю победителей. Ребят, спасибо большое. Яков, Головко, прости, дружище. Спасибо за скидки. Очень вовремя, к дню рождения. Очень круто. Да, напишите победителю и все. Ну, согласен, да. Спасибо, ребят, спасибо. Мне сказали классно. За скидки одна такая. Короче, хочу микрофон для зума. Девчонки, не плачьте, они ночью с хайпом спать будут, а мы с любовью. Это правильно, ребяточки. Всем любовью, всем счастья, здоровья. Мы вас очень любим. Спасибо вам большое. Не обижайтесь на нас, это было круто. Мы делаем обзоры каждый день, приходите к нам. Так, это и две пары наушников. Да. Огненные. Stinger я беру себе вот эти. Извини, я беру себе подороже, но зато они какие-то, они реально мощные, они реально крутые. Запутались, как всегда. Они металлические, ребят, можно делать вот так вот и не бояться, что они повредятся. И за 7800? И за 7800 получить премиального уровня звук, качество, по-моему, это круто. О. В принципе, все. Подарки раздарили. HyperX. Реально, ребята делают... Ну, давай еще про комп скажи. Комп классный. Это от друзей ваших. Круто, да, это от наших друзей компании Manmade. Очень крутой компьютер. Если вам нужен хороший компьютер по очень хорошей привлекательной цене, вам к ним соберут как для себя. Спасибо. Артур написал крутой стрим. Ребят, ну это круто, правда. Знаете, встречаться с классными брендами, амбициозными, молодыми, яркими, которые делают потрясающие вещи. И не просто быть жертвой рекламы, а разбираться. А в чем...
классика, а в чем классные детали, а из чего сделается, а как это выглядит, а все можно пощупать, это возможно только на Озоне. Это реально нужно сделать. Поэтому, Макс, я тебя еще раз благодарю, да? Это было очень круто. Процветание вашей компании, вы реально такой бренд с определенной философией, вы много делаете помимо какого-то производства, просто в общественной жизни, понимаете, для профессионального геймерства. Ну это круто, это нужно, согласитесь. Мы просто это любим. Просто это любим. А мы любим Риотозон. Спасибо большое. Всем с праздником. Всех еще раз. У нас еще один стрим остался, ребята. Все. Будем заканчивать большую неделю пятничных стримов. Ровно через 10 минут увидимся. Пожалуйста, не отключайтесь. Будет реально круто. Макс, спасибо тебе большое. Рад был видеть. Давай. Ребят, пока-пока. Увидимся.